Звезды любят эпатировать публику необычными нарядами, при этом с креативом они подходят даже к выбору купальников. Мы отобрали для вас топ-8 самых скандальных купальников знаменитостей. Некоторые эксперты считают, что именно Бриджит Бардо ввела моду на купальники типа бикини, появившись в одном из таких на пляже в 1953 году. То, что она произвела фурор своим выходом, оспорить сложно. В 1956 году культовая американская актриса Мэрилин Монро сфотографировалась в цельном белом купальнике на пляже Лонг-Айленда. Это фото стало символом того, что красота не зависит от размера одежды, и даже слегка полноватое тело при правильном подходе может выглядеть привлекательно. «Звездные войны. Возвращение джедая» был снят в 1983 году, однако поклонники эпопеи до сих пор помнят сексуальный купальник принцессы Леи, роль которой исполнила Кэрри Фишер. Металлическое бикини золотого цвета можно назвать самым узнаваемым предметом одежды за всю историю кино. Сплошной красный купальник Памелы Андерсон с вырезом на бедрах из «Спасателей Малибу» стал символом поп-культуры 90-х. В таком наряде она блистала 5 лет, а кадры, на которых Памела Андерсон бегает в замедленной съемке, стали классикой кино того времени. Молодая модель Белла Хадид любит демонстрировать свою фигуру на пляже и публиковать откровенные снимки в социальных сетях. Неудивительно, что однажды ее заметили в провокационном купальнике, оформленном в стиле БДСМ и дополненном плавками из 80-х. После того, как в сеть просочились снимки Ким Кардашьян без фотошопа, многие стали считать ее полной, но Ким не стыдится своей фигуры и любит демонстрировать формы окружающим. Легендарным стал ее белый купальник, открывающий сразу все выдающиеся части тела – грудь, пресс, ягодицы и спину. Певица Бьонсе шокировала общественность, опубликовав фото в сплошном купальнике с вырезами во всех возможных местах. Поклонники сочли такой наряд знаменитости слишком откровенным. Известная модель Кейт Аптон прославилась благодаря своей любви к бикини. Так популярность ей принес ролик, на котором она исполняет Cat Daddy – танец в крошечном купальнике. После этого любое появление звезды на публике в бикини сопровождается активными обсуждениями. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного. А какой купальник звезды вам запомнился больше всего?